Уже более двух веков православное казачество 4 декабря отмечает День Матери Казачки, который приходится на большой христианский праздник – введение во храм Пресвятой Богородицы. В детском саду номер 30 хутора Сербин к памятной дате подготовили праздничное мероприятие. Сербинское хуторское казачье общество – одно из самых активных в районе. Казаки занимаются с молодежью, являются наставниками в школах. И именно они вместе с главой Маевского сельского поселения Андреем Дмитриченко стали почетными гостями на празднике, посвященном матери казачки. Старинная пословица гласит: «Были бы казачки, казаки будут». Глубокий смысл, заложенный в старой поговорке, наделяет казачек особой ролью в событиях нашей истории. Главное предназначение казачки – сохранение домашнего очага, ее высшее счастье. Материнство. Более 200 лет не угасает казачий народ. Растут новые защитники. Живет наша кубанская земля. Хочется сказать слова благодарности всем матерям, которые дарят детям любовь, добро, нежность и ласку. История праздника началась с событий, которые разворачивались в 18 веке во время русско-турецкой войны. Казаки бились врагом на поле боя, а их жены держали оборону приграничной станицы Наурской. Часть сил противника напала на беззащитных женщин, детей и стариков. Казачки отважно сражались 2 дня и сумели прогнать врага. На празднике будущие казачата исполняли песни, танцы, кубанские обряды и, конечно же, читали стихи о храбрости и отваге казаков, защитников России. Я такой, вы мне поверьте, сабля смелая машу, на коне могу проехать, и осанку я держу. Нам нельзя таким быть, казаки такие, хутор сможем защитить. Защитим Россию! Духовно-нравственному и патриотическому воспитанию в детском садике номер 30 уделяют особое внимание. Это дошкольное учреждение готовит документы для получения статуса казачьей образовательной организации. Атаман сербинского хуторского казачьего общества Вячеслав Бырский поблагодарил ребят и их воспитателей за замечательный праздник, отметив важность проводимой ими работы. Спасибо вам за теплый прием, спасибо вам за прекрасное выступление. Смотришь на вас и хочется жить, радоваться жизни. И смотришь на вас и понимаешь, что жизнь дана человеку, чтобы растить таких прекрасных детей, как вы, охранять ваш покой. Ну а вы, будущее наше поколение, вы наши защитники, хлопцы сидят такие красивые, казаки, даже казачата не могу сказать, прям казаки. А девчушечки, даже не малышечки там, казаченьки, прям казачки такие, кубанские. Молодцы, спасибо вам огромное, огромное и огромное. Счастья вам, здоровья и мирного неба. Завершился праздник выступлением казачьего ансамбля «Родные берега», которое ребята встретили бурными аплодисментами. Анна Монастыренко, Дмитрий Волошин, программа «События».